Друзья, всем привет, с вами Санек. В общем, продолжаю тему установки вращающегося токарного патрона в заднюю бабку. Видели, да, что я сделал в прошлый раз, как это выглядело в собранном состоянии. В общем, сейчас здесь нужно нарезать шпон-паз вот такой длины, не знаю какой, ну, произвольно. Даже и говорить не буду, просто отмечу там, где мне нужно, вот на глаз, ориентировочно, все, этого будет достаточно. Вот, написал я, в общем, в компанию вот, Weisan насчет фрезерного станка. Сказали, ответим в понедельник, но что-то понедельник прошел, скоро другой. Короче, не сказали, в какой понедельник, может быть, через год ответят. В общем, буду фрезеровать на этом станке, даже не на фрезерном, а через самодельную фрезерную приставку, которую я уже показывал. Но тем не менее, еще раз покажу ее в работе. Довольно-таки неплохо выручает. Есть видео на канале. Смотрите, Санек23.ру, заходите, ищите, никаких проблем. Пиноль, вот она, в задней бабке. И вот такой вот шпон-паз надо фрезернуть. Вот она, фреза как раз таки, друзья, пятерочка. В общем, то, что нужно. Не, все-таки замерю. Сейчас замерю и скажу длину. Ну, почему бы и нет. Так, запись пошла. 150 миллиметров. Вот. От этого края, хотя он такой пологий. Возможно, он не задействован. И до самого края. В общем, делаю 150 миллиметров, 170, не, 150, хватит, за глаза. И дальше, ну, опять же, нету мячика, еще в пути, поэтому это будет отдельное видео. Все, друзья, зажимаю сейчас все это дело станок и фрезерую. Как заметили, как могли уже заметить, да, вращающийся тест-центр стоит в токарном патроне. Метод, как я нарезал шлицы на полуоси резцом, да, путем строгания. То же самое будет примерно здесь, только путем фрезерования. Никаких проблем. Все, погнали. Так, ну и первым делом, что мы делаем? Ставим в заднюю бабку токарный патрон на 130. Ну, по крайней мере, он у меня есть. Я его делал специально сюда. Не видно, да? А теперь видно. Вот. Специально сюда. Это не вращающийся вариант. А то, что я сейчас делаю, это будет токарный патрон, вращающийся вариант. Все. Конус Морзе. Самодельный, друзья, также самодельный ключик для него присутствует. Зажимаю вот таким вот, друзья, образом. Фонарик пока в сторону, дабы не мешал. Во. Зажимаю вот таким вот образом. И поджимаю. Все. Здесь вращающийся центр. Здесь не вращающийся, друзья, патрон. Что это дает? Это дает заготовке стоять на одном месте. При этом станок будет, друзья, включен. И будет иметься возможность у меня включить автоподачу на станке, подвести фрезу и на автомате ее фрезеровать. Вот и все. Итак, друзья, приставочку поставил, фрезу зажал, все настроено, выставлено, остается только подключить сюда шуруповерт.
Батарейки вроде бы еще на мази, ну, есть запасные. Сетевой не хочу, буду использовать шурик. Первая передача. Движение будет происходить при помощи поддачи. Вот. Сейчас отмечусь, где мне первое касание сделаю. Дальше буду работать, друзья, по УЦИ. Углубиться мне нужно на 4 мм. Ну и, соответственно, по УЦИ 150 мм отмерю. Уже, кстати, сбил все это дело на ноль. Ну да, отметился. Вот начало фрезы. У меня на УЦИ, ну не знаю, как показать, показывают по нулям. Ось Y. Вот. Как-то так. Сейчас сделаю касание, обнулюсь. При этом уберу функцию работы по диаметру, чтобы мне точно уйти на 4 мм. Это делается элементарно быстро. Диаметр закрыть, выключить. Все. Поэтому буду точно знать, насколько я углубился. Все, сейчас запускаю. А зачем мне запускать, друзья? У меня заготовка-то не вращается. Вот я что-то туплю уже на вечер. Просто делаю касание. Вот он коснулся. Отвел. Сбиваю на ноль. И буду от этого момента отсчитывать уже глубину. Все, погнали. Даю для начала 0,2. Вот. Пробую сначала вручную, потом, если все хорошо, пойду на автомате. Да, отлично грызет. Далее, друзья, будет фрезеровка на автомате. Вот такой вот струбциной зажимаю кнопку. Включаю автоподачу. И все это будет нарезаться автоматически. Ну, так, чтобы вы понимали. Руками держать ничего не буду. Все. Погнали дальше нарезать. Экран ВДХ замусолило капец. Погнали. Летит. Так все происходит. Последний проход на 4 миллиметра. Все, друзья, готово. На 4 миллиметра углубился. Сейчас вот эти вот заусенцы гнатфельком собью. Можно снимать и примерять заднюю бабку вместо пиноли. Итак, друзья, давайте посмотрим, что получилось. Вот он вал, уже его обработал надфилем. Вот, убрал этот острые края, заусенцы. Я не знаю, как показать, конечно, если видно будет.
4 миллиметра. Здесь торец немножечко скруглил. Ну, мне так захотелось, не знаю. Вот по шпон-пас. Вот, давайте сейчас пенольку достанем. Сравним. Само собой. Я уже проверил, конечно же. Вот я упер ее сюда. Здесь она вот такого же размера, только здесь фасочку снял небольшую. Ну, так захотелось. Вот. Как-то так. Размерчик. Ну, здесь видно, да, пологая такая. Здесь у меня чуть подальше. В общем, то, что нужно. Ну, и, соответственно, давайте примерим смазочки немножечко. Вот такой. Вот эту гаечку уберу. Потому что попадать в нее, блин, тяжко с первого раза. Надо там попасть, поднять, чтобы они совпали. Такое себе. Ну и проверяем. Проверяем, друзья. Вот, на шпонку села. Ну, впрочем, как и там. 5 мм там, 5 мм здесь. И вот проверяю размер. Смотрите. Воздух выталкивает. Там нет пружины. Значит, что? Размерчик тот, что нужно. Здесь, вот в этом отрезке, создается вакуум такой, который выталкивает воздух. Воздуху трудно пройти между самим отверстием и самой пенолью. Вот он, стравили его. Это о чем говорит? О том, что станок, данный станок, точит довольно-таки точно. Вот как мне нужно было, так я эту запчасть и выточил. Кто говорит, что жесткости не хватает, кто-то говорит, что точности не хватает. Было бы желание, друзья. Видали? А он выпрыгивает. Из-за того, что... И слышно, как даже звук. Как в насосе. Такими рывками идет. Все, друзья, на этом видео можно... Видите, вот, хочу достать, а он назад заскакивает. Хочу впихнуть, а он туда не влазит. На этом можно видео закончить. Вот. Придет мячик. Выточим гаечку из латуни. И трапециевидным мечиком, кому как нравится, нарежем левую резьбу, нарежем прямо вот в станке здесь, не напрягаясь. Вот, как-то так. Друзья, всем пока, с вами был Санёк. Как говорится, скоро увидимся.